привет! У нас в гостях Вадим Валентинович Евсеев, четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», вообще всего шестикратный чемпион России, четырежды обладатель Кубка России, один из них в составе «Спартака», четвертьфиналист Лиги чемпионов, полуфиналист Кубка УЕФА и участник такого уникального явления в российском футболе, как обоих золотых матчей. Правильно? Правильно. Если мы вспомним первый матч, это 96-й год, Санкт-Петербург, ваш дебютный сезон в «Спартаке» под руководством Ярцева. Какие вообще эмоции? Я знаю, что получили вы в начале игры желтую карточку. Я не помню. Нет? Ой, на 8-й минуте? Да. Как вообще было ощущение от этого? Вот в Питер против Алании золотой матч, что-то необычное? Или тогда были молодые, ему как-то все легко давалось? Ну, конечно, все это в новинку было для меня, да и для многих ребят, кто со мной играл в дубле, наверное, за исключением Титова, потому что он до этого еще привлекался и играл уже в 95-м году уже за основную команду. А нам как бы было все в новинку, и то, что мы добрались до этой игры, это большая заслуга, ну, руководства, тренеров, и это было для нас, наверное, в союзном футболе, по-моему, в 70-м, да, была переигровка одна, Динамо ЦСКА, по-моему, они переигрывали, наверное, да. Там, в Ташкенте, поэтому, так сложилось, чувствовалось напряжение чувствовалось. Там с той стороны были вообще мастера получать в Алании, да? Тут молодые пацаны вышли. Ну, почему? Не только молодые, у нас были тоже ребята мастеровитые. То есть тут у нас был сплав опытных игроков и молодых ребят. Ну, уже, наверное, про Тихонова нельзя было сказать, что это молодой друг, да, там, про Леничева, наверное, тоже нельзя было. Ну, да, у нас играл Цимбаларь, который, я считаю, это был лидером нашего чемпионата и признавался лучшим игроком чемпионата. Поэтому там Гурулкович был амбициозный, да. Там Мамедов был, то есть игроки были опытные. За свою карьеру с кем удалось поиграть и кого вы считаете самым талантливым из тех, с кем удалось поиграть? Вот именно прям вот, ну, с космонавтом из российских игроков. Ну, когда я был в «Спартаке», да, застал там плеяду тех игроков, которые как бы смотрел по телевизору. Да, ну понятно, что это Черенков был, это мне всегда нравилось за ним смотреть. Но когда я играл, потому что с Титовым мы пересекались и на детских турнирах, на первенство Москвы, я за «Динамо» был, потом за «Локомотив», он всегда в «Спартаке» был. А потом уже в дубле начали вместе тренироваться. И потом уже, когда за основную команду стал играть, практически 4 года, ну, мне было с ним приятно играть, потому что он всегда мог отдать передачу, если человек открыт. И практически всегда играл в 1-2 касания. Но... Перейдя в «Локомотив», я очень был рад, что там по своему мастерству, по своей голове не менее хуже игрок – это Лоськов Дмитрий. Поэтому, наверное, для каждого времени вот, было таких у меня две команды, где в одной команде с кем играл, это Титов, во второй команде это Лоськов. Дмитрий Лоськов. А против кого из соперников, скажем так, вот играли? Прям вот казалось, что это вообще просто непостижимый уровень. Роналдо? Ну, вы знаете, такого как бы не было, то, что непостижим. Но как раз вот игры там, в Еврокубках, они чем хороши? То, что ты
играешь с другими странами, с другими командами, и тебе наоборот интересно играть с сильными, как командами, так и игроками. Ну, у меня, можно так сказать, наверное, на руках не хватит пальцев, кого перечислить, потому что и с тем же Реалом играли, где там, что не игрок, то был звезда. Так выходит на поле и прям понимаешь, что этот чувак просто вот бегает и всех раздевает прям вот буквально. Какой Рональдо? Который сейчас играет? Нет, который зубастик. Ну, до травмы, да. Но я не сказал бы, что с ним тяжело было играть. Вот без мяча он вообще ничего не делал. Был даже пример, когда, по-моему, мы играли первую игру в полуфинал Кубок УЕФА, по-моему, да, с Интером. Да. В это. И там был эпизод такой вот, не помню какой счет, но первый тайм был, по-моему. Мы перехватили мяч и атакуем Интер, и, по-моему, какой-то игрок, то ли Джаркаев, то ли Зелиш, ему сказал, типа, ну, по игровому-то это понятно, что он, я имею в виду, что я понял, что он хотел там сказать. Типа, хоть отобраняйся, вот это, ну, какое-то движение сделай. А он мяч потерял, а он все пешком. То есть, видимо, то ли восстанавливал силы, то ли не его это. Но когда у соперника мяч, и когда он получает, это, конечно, был игрок, да, очень техничный, очень координированный. Ну, наверное, да, с ним тяжело. Но вот с нынешним Рональдо я тоже как бы играл в сборной, пересекались. Но я бы не сказал бы, что он где-то соответствовал тем индивидуальным качествам. Ну, тот турнир 2004 года, да? Как раз. И тот турнир, и... Но, по-моему, тот он еще не играл. По-моему, эта игра была. Помогал как раз. Эта игра была, когда мы 7-1 проиграли. А, вот тогда? Вот. Тоже 2004 год, да, когда мы в Португалии. Тот же Рауль был. Спартак и Локомотив много играли с этим. С Реалом? С Реалом. Поэтому вот Рауль тоже неоднозначная личность. Он такой, как вот наконечник. То есть ему касания было достаточно. Если Рональдо мог там против троих-четверых играть и на скорости, и на месте их раскидать, то Рауль как раз вот игрок вот этого вот, одного-два касания. Угу. Интересно. Рауль вообще, да, неоднозначный игрок. Кто-то наоборот его боготворит, кто-то говорит, что ничего особенного, только с партнерами играл. Ну, так в этом и заключается мастерство, то, что... Ничего особенного, но раз момент гол. Ничего особенного, раз момент гол. Если мы перейдем к Спартаку тех времен, то это стеночки, забегания и так далее. Сейчас футбол другой, где нужно упор идет на физику, как правило, на четкую тактику, на слаженные командные взаимодействия. Что сейчас тогда вот не хватает Спартаку, чтобы добиваться результатов, как в 90-х? На ваш взгляд? Ну, вы все сейчас сказали, то, что это было в том «Спартаке». Как можно играть в комбинационный футбол без хорошо функциональной подготовки физики? Как можно? Мы были функционально очень хорошо готовы. И от этого и шла вот эта вот игра. Если мы бы функционала у нас не было, физической подготовки, то мы бы не владели бы мячом так. На чистых мячах так тебе никто не даст, надо быть готовыми. И нас Романцев готовил, и Ярцев готовил. То есть тут были интенсивные тренировки. Ну, сейчас другой футбол. Ну, кто-то его считает то, что это схема или что там, или это требования, они, значит, важны. Футбол не стоит на месте. Футбол, вы видите, то, что очень интенсивный становится, и очень большое значение имеет переходные фазы. То есть не только оборона и атака, но и переход.
из атаки в оборону и наоборот, из обороны в атаку. Ну, хорошо, функциональность, подготовка, глубина состава нынешнему «Спартаку» может хватить, чтобы конкурировать в премьер-лиге? Я не могу говорить, я не нахожусь там внутри «Спартака», я не знаю, какая там глубина состава. Я только со стороны могу. Вы играли же несколько раз против «Спартака», главный тренер Муфы? Играл. Что можете сказать по поводу, сейчас уже не секрет, наверное, можно сказать, вы же разбирали, наверное, да? Тактику ТДСК и все остальное. Удалось сыграть ничью в последнем матче? Кому? «Спартаку» удалось сыграть? При мне Уфу ни разу «Спартак» не обыграл. Ни Конов, ни ТДСК. Ну, мы сейчас говорим про ТДСК. Более интересен, потому что он сейчас у руля «Спартака». Так, интервью про ТДСК? Или интервью про то, как вы разбирали и смогли разобрать. Почему? Ну, смог разобрать, а что? Ну, по крайней мере, видимо, одна игра была у нас в июне, после этой паузы пандемии, по-моему, это была вторая игра. И другая игра была уже в августе, это новый чемпионат. Да. Ну, ТДСК играет на быстрых атаках. Он играет, получается, на лучших качествах своих атакующих игроков. У Понса, у Ларсена высокая скорость, поэтому им нужно пространство. То есть, грубо говоря, по дилетантским языком закрыть пространство, придушить двух быстрых нападающих? Да. Мы? Ну, в такой команде, как Уфа, условно. Нет, смотрите, мы играем в Москве. Соперник отдал нам мяч и говорит, атакуйте. У нас примерно мы в такую же схему играем, но у нас крайние защитники поднимаются высоко, два нападающих, еще крайние полузащитники поднимаются туда-туда. Начинают центральные защитники начинать атаку. Соперник уходит на свою половину, начинает в определенных зонах, видимо, по команде тренера соперник, отбирает мяч, и у нас оборона не организована. То есть у нас нету той структуры, которая, да, как бы, когда все обороняются. То есть у соперника есть просто. И при перехвате мяча быстро доставляет мяч на того же Понса, на того же Ларсена, там, по-моему, тогда Бакаев был, я не знаю. И у них есть с их техникой, с их скоростью, есть пространство, где можно один в один сыграть, где наоборот показатель это было в конце первого тайма, когда, по-моему, я же забыл, молодой защитник перехватил мяч и первым же касанием за спину в пуцко дал, когда Ларсена вышел один на один, но не забил. Но я своим игрокам по ходу игры еще говорил, не надо туда высоко подниматься, не надо. Они нас ждут. И мы, в принципе, с этим справились, особенно во втором тайме. Во втором тайме только когда вышел Соболев, уже пошла простая игра, то есть от крайних центральных защитников, того же Джики, или там левый центральный был там справа, другой центральный защитник, просто с полуфлангов верхом передачи, и уже Соболев или сбрасывал английский мяч, футбол, да? Или... Но это не английский футбол, это нормальный футбол, если... Есть футболисты, кто это может сделать. То есть это вроде, сказали английский, простой футбол, но в простоте она эффективность. Если это доставляет результат, ну, вы говорите, что у «Зенита» игра простая. С фланга подачи на Дзюбу он или сбрасывает, или забивает. Да? Но она, если эффективна, это игра. Если это эффективно, то почему должен «Зенит» от этого отходить? Если что приносит результат, то так и тренер и будет требовать. Только ко второй игре, когда
мы забили мяч в Уфе на первой минуте, потом со стандарта, с углового, потом нам со стандарта забили. Ну, да, давление было на наши ворота, но надо реализовывать момент. Первая мысль в голове или какое-то, не знаю, слово, которое возникло, когда узнали, что Газизов уходит в «Спартак»? Ну, это неожиданно было. Это произошло после того, как мы в раздевалку зашли после игры в Ростове, и все радовались, и Газизов поздравил и сказал то, что вот принял такое решение. Ну, для меня было это неожиданно. То есть, нет, во-первых, вздох сожаления или... Нет, я... Нет, ну, с какой... С двух сторон, может, да? Как я тренер, и он меня приглашал, конечно, сожаление, но как повышение в своем уровне и то, что его оценили, я оценил такой клуб, как «Спартак», я, наоборот, порадовался, и я был очень, очень этому рад. Как раз второй матч в августе «Уфа-Спартак», очень много разговоров о том, что фарм-клуб, кто-то даже говорил со журналиста, что «Уфа» обязательно сдаст матч. Тут выходит ничья. Было давление на команду вообще? Ходили какие-то разговоры? От раздевалки, в болельщиках, в городе, не в руководстве? Не было. Опять-таки пресса же давит, правильно? Никто все не читают. Никто не давил, потому что я там нахожусь и находился на тот момент. Я сразу сказал. И никакого давления не было. То спокойно готовились, игроки не смотрели никакие соцсети, ничего? Все смотрят. Я сказал им, то, что там пишут, это пишут. Но я не позволю, чтобы о нас там вытерли ноги. Мы можем проиграть, но мы проиграем по игре. Но не так. Вот и все. Хорошо. Если вообще такая идея, ну, скажем так, не очень, может быть, здравая, как фарм-клубы. Может, она не так и плоха в спорте, когда молодых игроков, которые не могут закрепить в составе, отправляют, например, во вторую команду, как будет в ФНЛ. Ваше мнение какое? Вот был бы у Уфы, условно, да, фарм-клуб. Не Уфа-2, а какой-то там фарм-клуб, но в ФНЛ. И пару молодых не закрепят в составе. Давайте их там, их оттуда отправим, пусть они там пробьются, побьются. Неплохо было бы? И для Уфы? Да, конечно. Для любого клуба. Иметь свой фарм-клуб. Почему для любого? У каждого клуба своя. Это кто-то с концами сводит свои. Не до этого. А кто-то у кого-то большие там спонсоры и большие деньги. И что? Что значит фарм-клуб? В Уфе была Уфа-2 для этого создана. Вот, потому что там есть, ну, молодежь, которая тренируется. Там тренируются 1500 детей. Ну, она приносит пользу, реально. Для Уфы, ну, она, наверное, в скором времени принесет пользу, потому что на сегодняшний момент команде сколько? 10 лет. И не такой большой. Но, наверное, количество перейдет в качество. Тут речь идет о том, что была молодежная команда, но переросли футболисты молодежную команду и решили создать Уфу-2 для определенных возрастных игроков, кто на тот момент не смог попасть в главную команду, но думали, что через игру там второй лиги, через ПФЛ, кто-то наберется какого-то опыта. Ну, так и произошло. Там, например, Емельянов оттуда мы взяли, он прошел с нами сбор, и он играл в играх и с чемпионом «Зенитом», и с другими командами, где мы выигрывали. И со «Спартаком» тоже играл, мы тоже обыгрывали «Спартак» с Емельяновым. То есть местный воспитанник, не считая того, что безденежных, который играл и за сборную, там молодежно и юношески все прошел. То есть фарм-клубы, в принципе, нужны?
В каком понятии фан-клуб? Готовить игроков, молодежь, например, не может закрепиться. Не для Уфы он не нужен. Уфа сама ищет молодых игроков для основной команды. У Уфы нету столько денег, чтобы делать фарм-клуб. Угу. Вот «Спартак-2» — это фарм-клуб? Я думаю, что нет, это клуб в структуре. Ну, а при чем тут, а зачем тогда фарм-клуб? Обстрелить молодежь. Пускай. Ну вот, «Спартак-2» играет в ФНЛ. Не, в «Спартаке», обстреляли, да. Обстреляли, одну группу обстреляли же. Кто вышел оттуда? Кротов, Пуцко, Хамух, Савичев, Обухов. Обухов, кто да. Там еще оттуда? Много игроков. Кутепов. Кутепов, да. Ну. Заслуженный мастер спорта. Кто там? Давыдов, который... Где он, Давыдов? Давыдов сейчас вообще, по-моему, не знаю, где ну он. Ну вот. Кто-то этим воспользовался, играет там, а кто-то не воспользовался. У Санкт-Петербургского «Зенита» очень много игроков играют в Сочи. Они то отправили их, подписали полноценные контракты даже некоторые. Ну, по-моему, там все на контракт. Не вызывает сомнений то, что даже ни одного очка еще пока Сочи не зацепил в матчах с «Зенитом»? Это не ко мне вопрос. А это Сочи так много играет? Сочи-то? Ну, много играет, сколько, по-моему, второй сезон только? Ну, Сочи? Да, 4 матча не сыграли. Ну, 4 матча. О, Шальке 30 игр не мог выиграть. Хорошо, если посмотреть тренировочный день тренера Вадима Евсеева, прям вот по пунктам можно назвать, как там в 8 утра приехали на базу, первая тренировка, вторая тренировка, как вообще происходит? Вот обычный тренировочный день. Ну, в Уфе в основном у нас одноразовые были тренировки, потому что там не позволяло делать двухразовые, потому что мы тренируемся на этом же стадионе, на котором играем. Вот. Ну, если тренировка там в 11 часов, то где-то к 9 подъезжаем тренерским штабом. А, понятно то, что уже было запланировано на неделю, если недельный цикл, какая-то работа, и там уже по ходу уже какие-то наметки по упражнениям. Естественно, футболисты где-то за полтора часа приезжают, проходят медосмотр у доктора в плане того, кто есть какие-то проблемы, нет проблем. Доктор сообщает, и мы уже из этого исходим, потому что иной раз бывает так, что ты что-то наметил, определенное упражнение, да, там кого-то там видишь, там наигрываешь, например, на игру, а он, ну там или температура, или какая-то проблема мышечная, то есть тут лучше паузу взять, значит, кого-то не хватает, или упражнение меняешь, направленность-то оставляешь, а чуть-чуть видоизменяешь упражнение, вот и все. Потом тренажерный зал, в какие рамки до игры, там, я имею в виду время или до тренировки, или после тренировки, там, работу делаем определенную, то есть или же нагрузочную, или наоборот восстановительную. И потом уже иной раз делаешь теорию, я имею в виду, как по тренировке, как по игре, как предыдущий, как и проведший, или до тренировки, или после. Все это как бы не идет шаблонно, то есть каждую неделю одно и то же. Нет, бывают там какие-то... Иной раз, например, вот когда... Особенно вот эта вот часть была заключительная, 8 игр. Ну, там где-то было через 2 на 3, через 3 на 4. Ты вроде надо разобрать игру, которая прошла, а ты говоришь, зачем, для чего, надо уже готовиться к следующей. И поэтому где-то тут тоже делалось акцент. Вот, в принципе, и все. Домой где-то, ну, если в 9 приехал, да, значит, выехал там, потому что стадион чуть на окраине находится из центра, ну, 8:30
А домой где-то, ну, наверное, к 17-18 часов. То есть игроки с 9 утра до 18 занимаются? Не, я говорю про себя. Про себя. Ну, игроки, соответственно, так же? Игроки нет. Я же говорю, если тренировка в 11, то игроки где-то там, ну, в 10, полдесятого там на стадионе. Там, и я думаю, часа в 3 они уже свободны. Я еще повторю, в Уфе нет таких возможностей огромных, как в больших клубах. В Уфе нет базы своей, нет. То есть игроки живут дома, приезжают потренироваться? Да. Нету возможности питания. То есть нету кухни, нету. То есть или же там что-то из фитнеса там могут принести после, там, или пиццы там заказать, или же дома. То есть никакого нутрициониста должности не было в Уфе? Нет. Вы все это, как вот, летаете, думаете, что в каждой команде все как бы по высшему пилотажу будет. Ни от одного футболиста я не слышал, что какие-то в этом плане проблемы. Они понимали, куда они попали и где они находятся. Там эта команда, она трамплин для особенно молодых игроков. То есть мы видим на примере Фомина, он туда попал, один сезон отыграл, и он уже в московском «Динамо». Ну, Зинченко еще круче. Ну, вот пример. Обляков. Да, там есть опытные игроки, и были опытные игроки, когда там были определенные деньги, определенные возможности. Сейчас команда живет за счет практически того, то, что она зарабатывает на продаже футболистов. Хорошо, а если сравнивать, например, с ивановским текстильщиком или с Кахабаровск, примерно схожие условия? Да. То есть команда ФНЛ и команда премьер-лиги примерно одинаково живет, тренируется, просто одни играют рангом выше. Ну и деньги другие. Ну деньги, понятно, я имею в виду, что также тренировки, да, так же. В Иваново базы нету. На стадионе, там же, где играют, там и тренируются. В Хабаровске то же самое. Базы нету, тренируются на стадионе. Игроки к этому привыкают, что есть только стадион. Потом на базу их сложнее загнать, или база – это благо, скажем так? Ну, одно дело. Я не знаю, у кого где база. Если там в «Спартаке», в Тарасовке, да, ну, сейчас, наверное... Хотя тяжело туда добираться, хотя никаких проблем нет. Там, у «Зенита» базовый в городе. Угу. Там еще у кого-то, у Ростова тоже в городе. Я не знаю просто еще у кого где. Ну, скажем так, если бы у Уфы была база, это было бы лучше. Конечно. Конечно, потому что, во-первых, это... свое, да, и ты там можешь все делать на базе спокойно, не без каких-то проблем. Это, конечно, и я знаю то, что Газизов хотел базу, чтобы ему, ну, команда была, она. Вот представим вас сейчас на месте руководителя клуба «Спартак» как Федуна. Положили бы все усилия, чтобы оставить ТДСКО? Попытаться уговорить, или пройденный этап, и нужно двигаться дальше? Не, меня не надо на место такого уважаемого человека. Не надо мне. Ну, со стороны, глядя, ТДСКО, нужен «Спартаку» или можно расстаться? Или не готовы оценивать со стороны? Так вопрос в чем? Я не пойму. Вопрос какой? ТДСКО, тренер «Спартака»? Нужным, ну, или, ну, в принципе, на сегодняшний нужен? Момент он тренер «Спартака». Стоит уговаривать его остаться? А что уговаривать? Ну, он же сказал, что уходит, вот для работы до лета уходит. Ну, у него, знаешь, контракт до лета. Да. Стоит как давать там денег больше, пытаться как-то всяким способом уговорить? Или не тот, не та эта фигура на российском тренерском небосклоне, можно спокойно отпустить? Я не знаю, я на этот вопрос... Хорошо. Сложно мне. Хорошо, ответить. Я понял. Не будем коллег оценивать, да. Не, при чем коллег оценивать? Вопрос в чем? Надо ему
предлагать контракт. Ну, ему же предложили, он же сказал, что я... Ну, можно предложить больше, пытаться еще как-то остаться. Чего больше? Денег. Денег? Возможности, покупки игроков. Нет. Ну, при условии можно такие создать, что человек скажет, не, ребят, я точно остаюсь. Ну, хорошо тогда. А чего раньше не создали такие условия? Много факторов. Кто-то говорит, что пандемия играет роль, он к семье стремится, не совсем хорошие условия. Не, я говорю, что раньше такие условия не создали? Ну, подгорело, значит, можно предложить создать, можно сказать, ничего страшного. Может быть, не нужен, я не знаю, поэтому спрашиваю. Ваше мнение. Я не знаю. Ну, он же сказал, я зачем буду говорить чьим-то его высказыванием. Он сказал то, что высказался. Он, по крайней мере, ну, видишь, взбаламутил, да, вас, то, что своим высказыванием. То, что я доработаю контракт, и все, спасибо. Ну. Видите, вы вопросы такие задаете. Надо, не надо. Не, ну лично я бы пытался всеми силами. Мне кажется, что специалист хороший. Можно было ему дать еще поработать, ну, условно, год-полтора. Да. На мой взгляд. Наконец, хоть УФО обыграет, наконец. Ну, тоже УФО обыграет, да. Стал за должок. Не только, наверное, УФО. Сочи. Можно с Зенитом обыграть тоже. Сочи тоже, да? Там мало матчей было, как сказали. У кого? У Сочи вообще. Ну, Стадеск. Ну, вообще у Сочи команды. Сколько там? Три матча только было? Четыре уже? Спартака 4, я не знаю. Первый тур не обыграли, да? 2-2. Ну, когда громкое заявление владельца клуба о том, что команда снимется, ну, и так далее. Ну, и сейчас тоже. 1-0. Сейчас игра была такая, три результата. Наверное, закономерно было бы 0-0, я думаю, все-таки. Почему? Забивай свои мячи. Тот пенальти опять, когда человек толкнули. При чем пенальти? Кого? Рука. В Волгограде? Да нет. В Волгограде толкнули? Соболю? Мы про Сочи говорим. Ну, Соболю толкнули же. Да? С пенальти в Волгограде? Да. Прям 100% толкнул. Нет, ну там спорный эпизод, да. Спорный. Там ничего не было, а вы говорите спорный. Поэтому все, что про Спартак, это спорно, а все про другие, это 100%. Это я уже все понял. Если сейчас вас позовут в Лукойл, скажут, вот вы рассматриваетесь как главный тренер Спартака на смену Тедеско, там в двух-трех предложениях. Не позовут. Ну, если позовут, что? Вот, как вы себя разрекламируете? Не позовут. Успокойтесь. Не позовут. Почему? Ну, потому что... Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагают. Нет. Это предположение, что как Тедеско оставить, ему можно дать больше денег. Нет, это разговоры были еще летом, а были разговоры. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойся. То есть поэтому никакой программной речи не существует? Да. Чем удивить руководство? А зачем программная речь? Ну как, вот есть, как сказать, собеседование, да, три кандидата. А, в этом плане тут. Я думаю, собеседование тут ни при чем. Тут от желания зависит. Вашего или работодателя? Работодателя и от моей работы. Как я себя покажу. Если моя команда, где я буду работать, игра команда будет устраивать любого руководителя, то, наверное, меня будут иметь в виду и захотят видеть в команде. Без всякого собеседования? Ну, конечно, оно будет. Это называется, обговаривают детали контракта, вот и все. Это не собеседование называется. Ну хорошо, назовем по-другому это, скажем. Я вот сколько раз, хотя у меня небольшой опыт, да, со мной собеседование не делали, со мной просто обговаривали. Условия? Условия и все. Что, и хотели бы, кого приведете? Да, говорили то, что, например, в Уфу, вот ты можешь одного специалиста, в Хабаровск, там, можешь двух специалистов с собой взять. У вас какой-то есть наработанный штаб тренерский?
Пока что его такого нету в том количестве, в котором хочется. Есть определенные люди. Которым доверяете, да? И с которыми которым, готовы идти вместе? Доверяю, потому что определенное количество времени провели, и, конечно, я делаю выводы. А лимит 8 плюс 17 оптимален для российской премьер-лиги? Я со своей, как бы, взгляда, да, потому что я пришел, когда еще был старый лимит, по-моему, сколько, 6-5, да, 6 иностранцев на поле, а сейчас, по-моему, могут даже 8 сразу иностранцев, 8 иностранцев сразу выйти на поле, то есть трое русских. Если до этого я как считал, да, по позициям, где тут как-то, вроде иной раз состав сделал, а ой, 7 иностранцев, с этим была проблема, и получалось, ты состав ставишь не по уровню футболистов, а по тем позициям, где могут русский игрок у тебя играть. А сейчас вот я даже об этом и не думал, вот когда был в Уфе. Тот еще чемпионат, то есть у нас кто сильнее, тот и играл. И у меня не было даже ни разу в голове то, что ой, иностранец там. Поменять нужно. Ну лишний. да. То есть в этом плане для тренера это хорошо. Но я понимаю большие команды, потому что они, да, хороших за большие деньги иностранцев покупает, но получается так, то, что если он получает травму, а еще не один игрок, да, то играют те же там 5 или 6 иностранцев. То есть в этом плане, как бы, есть в больших клубах проблема. То есть покупая игроков иностранных, хороших, и за хорошие деньги, то играет, ну, примерно. Ты вынужден выпускать русского, да, который слабее. Ничего подобного. Я не считаю то, что русский игрок слабее. Просто игрок к игроку и русский может сильнее иностранца. Может быть, естественно. Может. Что, тут опять же. Ну, как бы сказать, в больших клубах, какие, да. Например. Какие задачи? Да. Мы говорим, если про большие клубы, это одно. Если мы говорим про клубы, которые там. Ну, по крайней мере, где я был, ну, у нас, да, были там сильные иностранцы. Тот же Йокич провел 100 игр и был капитаном Словении. Словения же неплохая команда, сейчас, да? Сейчас Словения что-то сильно опустилась. Но игроки, и Личич в Атланте играет, где Миранчук не может из-за него играть в старте. Ханданович в Интере играет вратарь. Потом этот облак в Атлетико, вратарь. То есть, что значит не может? Ну, сейчас не может, потом, значит, вот сейчас в группе в нашей же будет Словечко. Сейчас будет. Посмотрим на нее уже в этом. То есть, вот такая ситуация. Но вот, через полтора месяца посмотрим, да, в Словении. Тот же Фомин играл, Тиль не играл. Игрок сборной Люксембурга, иностранец у нас был. Хотя до этого Тиль играл предыдущий сезон весь в составе. То есть тут тоже зависит от того, вот, не от иностранца, а от уровня футболиста, как он вот, тренировочный процесс, как он воспринимает информацию. Одному игроку надо вот, один раз сказать, неважно, он русский или иностранец, он понимает. А другому игроку 5 надо раз сказать. А еще кому-то надо 20 раз сказать. И ты, как тренер, будешь это говорить. Просто ты или же кому 20 на нем, как бы, скажешь, давайте другого игрока. Или, наоборот, будешь терпеть и ждать. Переход на систему осень-весна для той же второй лиги, для ФНЛ, один такие современные стены, это скорее зло или ничего страшного нет в этом?
подстройка под эти вот, как сказать, трансферные окна и все остальное? Готовили вопрос прям специально под меня, потому что я работал вот во второй лиге. Я знаю, что это такое. Но для второй лиги это убийство. Потому что ты играешь 4,5 месяца. Вернее, 5,5 месяца ты играешь, а 6,5 месяца ты отдыхаешь. И лучше играть летом. Перерыв между первым кругом и вторым кругом, да, там. 4,5 месяца, по-моему. Начало ноября, наверное, заканчивают, да? И играешь полтора месяца. То есть вот в Иваново это в середине апреля второй круг, ну там не второй, а заключительную часть ты начал. 4 июня закончил, а уже 28 июня новый чемпионат. То есть ты команду новую не можешь собрать. У тебя между чемпионатами 3 недели. Если раньше ты эту команду новую собирал зимой, на зимнем сборе, да? То есть, когда чемпионат закончился, ну, да, да. Там, например, в ноябре он закончился, в начале там, ты или делаешь там просмотровый сбор, там, я не знаю, там, в декабре, или же наоборот, ты собираешь там январь, февраль, потому что заявка была всегда позже. Вначале премьер-лига заканчивается, потом ФНЛ и потом вторая лига. То есть, по остаточному принципу. Например, можно кто освободился, было, да, кто не занят по контракту, да, и так далее. То сейчас ты вот в этом плане. То есть две проблемы. Ты пауза между зимними, вот этими вот, если ноябрь, то апрель начинаешь. И пауза между чемпионатами. Там 3 недели. То есть ты начинаешь новый чемпионат, у тебя еще не вся команда собрана. Ну понятно, понятно. Если. Ну, они построили под европейские окна, под эти, под трансферные, под, ну, все. Так, премьер-лига, да, это хорошо, а вторая лига, мы ее фактически убили. Теряем. Убили. А мнение сократить число команд в премьер-лиге, ну, опять-таки, вот Тамбов сейчас дает такие посылы и сделать там, примерно, 12 команд, играть 4 круга, увеличить число матчей. К этому как относитесь? Ну, вы сказали Тамбов, а кто их допускал? Ну, допускали их 2 года назад. Ну, кто их допускал и за что? У них же. Российская премьер-лига. Ну, так я и говорю. Ну, это как причина. Не, ну их же как-то допустили. Вы же тренировали тоже Амкар, да? Нет, где проблемы были? Амкара, там проблемы не было в Амкар. Проблемы не было в Амкар. В Амкар был стадион. Ну, там зарплата, там проблема была, не заплатили 3 зарплаты. 3 зарплаты не заплатили, это не проблема. Потому что в Амкаре было и по 6, Пеев рассказывал, и по 6 месяцев не платили. Это не проблема, там проблема в другом. Потому что пришел новый человек, и оттуда, я имею в виду, главный в краю. И сказал, что футбол не нужен. Надо играть своими игроками. А там еще пару еще вот, один футболист бывший напел еще. Ну вот они где сейчас бывшими своими футболистами? Во второй лиге. Ну вот. Я имею в виду Попов наговорил там. Мы начали про Тамбов, про Тамбов. Сокращение, да? Нет, а Тамбову проблема в чем? Стадиона нету. Ну, фактически команда нет, блокада, стадиона да, нет, да, у них, ну, нет стадиона, нет города, ничего вообще нет. Год отыграли, опять стадиона нет. Ну. Второй отыграли сейчас, ну, уже фактически. Так, написано на бумаге, без стадиона нельзя. Вот и вся проблема. То, что с деньгами, это уже другой вопрос. Это уже, ну, уже поджимайте. Причем Тамбов, вопрос не к Тамбову, вопрос к тому, кто... это все продлевал и продлевал. Ком же идет же. Вот сейчас снег выпал, дети, снежок маленький начинает. Крутит, крутит его, да? И потом вот такой ком-то.
Это раз насчет Тамбова. Вторая часть вопроса, то, что 12 команд. Мы что, это какой-то Люксембург, что ли, или что там, страна у нас? Латвия, Эстония. Ну, я не пойму. У нас в других регионах людей нет, что ли? Любителей футбола нет. У нас должно что-то... Давайте первенство Москвы сделаем. Раньше же можно было там, вот, играла кто, Торпеда играла, Сатурн, Химки, 8 команд было, да, из московского региона. 18 команд, это оптимально. И 34 матча. Ну, я играл еще, вот, 96-й год, 34 матча было. 5 команд боролись за первое место. Сейчас 2 команды вылетают, и 2 играют в стыках, при 16 команд. Вы хоть в одном чемпионате видели это? Вот в одном чемпионате, посмотрите, там Голландия, Бельгия, там Франция, ну, я не считаю большие там эти команды. Голландия там 18 или 20 команд, Бельгия то же самое. Ну, там вылетают 2 команды, а третья команда играет в стыки. Третья только команда играет в стыки при 18 команд. А тут 16, 2 на вылет и 2 в стыках. Это очень тяжело. Ну, это... Может, хорошо, чтобы не было таких вот болотных матчей в конце? Какие болотные матчи? Когда команда занимает 13 место, какие ее женщине не нужно, матчи? Она... Какие болотные матчи? Это все разговоры, это переливаете вы с этих там, с годов, там, с 90-х, там, с каких-то, с 80-х, болотные матчи. Где сейчас болотные матчи? Сейчас нет, потому что ты можешь вылететь. Ничего подобного. Это тут не имеет значения. Это не имеет значения. Вы говорите то, что открытый футбол, там надо там, движение, там, интенсивность, все это вы. Ну, тут тренер придет, будет играть в открытый футбол. 3 матча сыграет, на 4-м попросят. Давай, следующий. Следующий там стоит тренер. На первом месте результат. На первом месте всегда результат будет. У нас футбол в чем заключается? Забитие голов, что ли, или в чем? Результат остается, а игра может забыться. Ну, естественно. Спорт высших достижений – это результат. Если он есть, это хорошо. Если его нет, то его нет. И если оставлять 16 команд, то делайте тогда вот. 2 команды вылетают, и одна играет в стык. Вот. Если 18 команд, то тоже, в моем понимании, 2 вылетают, одна в стыках играет, и все. Перейдем немножко к другому. В интервью Есип поговорил, что в роторе конца 90-х были условия не худшие, чем в «Спартаке». Яновский говорил, что в Алании все было тоже, премиальные были отличные, все было нормально. Как мы знаем, «Спартак» одержал 6 побед в Лиге чемпионов. И люди разъехались в не самые там лучшие клубы. Кто-то уехал там в Миллуолл, да, кто-то уехал в Голландию, кто-то еще куда-то. То есть это были не в топы люди уезжали. На самом деле это вот переходный период был, что такое было безденежье. То есть команда могла в Лиге чемпионов группу выиграть, да, с 6 победами. И в то же время не было совсем денег. Ну, это вопрос не ко мне. Какое отношение я имею? Ну, вы в то время начинали? Так я начинал-то. Я вот именно начинал играть. Я начинал играть, те деньги, которые я в дубле получал, там, мне хватало. Те деньги, которые я остался в главной команде получать, я играл не из-за денег. Ну, если не секрет, сколько в то время была зарплата, если помните? У меня в рублях была зарплата. Я спросил, сколько ты зарабатываешь? Ладно. Ну, в долларах не помню, за сколько перевести. Мне не платили в долларах. Ну, я имею в виду, в основной команде там платили, мне не платили там еще каким-то игрокам. Премиальные какие-то? А у меня, ну, может быть, зарплата, если переводить, ну, долларов, может быть, 800, может, было бы. Угу. Если рублево переводить на это. А премиальные, как у всех, были. Премиальные могли быть больше зарплаты? Конечно. Легко, да? Да, только для этого, чтобы получить в «Спартаке» премиальный, надо было 10 игр вначале выиграть.
10 игр выиграешь, потом тебе за 5 игр выплачу. Еще 5 выиграл, еще за 5 заплатил. Выплачивается. И потом в конце сезона тебе ну, все суммы, как посчитает руководство, тебе у всех разные были. Ну, в то время хватало, нормально было, считали как? Ну, смотря для чего. Нет, вот именно вам. Не было мысли уехать в тот же Милол там? Куда уехать? Если бы позвали. Я тут при чем? Я игрок, который таскал рояль. Я игрок, который сыграл, ну, 96-й нет, год ну, я сыграл. А так потом я как бы 97-й, 98-й, игрок, например, ротации. Там. Ну, потому что большую часть играли другие игроки. Если там 30 игр брать, то я, может, половину только принимал участие. Ну, может быть, где-то какой-то сезон больше, какой-то. 98-й год я вообще в Торпедо ушел в аренду играть. Хотя до этого я играл в полуфинале Кубка УЕФА. То есть у меня какие мысли? У пацана 20-22 года какие-то мысли уйти из Спартака. Были мысли одни только, то, что я всегда хотел играть. Для меня в тот момент деньги были не на первом месте. У меня был любимый вид занятий – это футбол. Что я на протяжении этого времени делаю. Сейчас уже в другой ипостаси. То есть, в принципе, в жизни всегда занимались чем, тем, чем хотели, и это получалось? Ну, наверное, да, добивался, наверное, за счет характера своего, потому что я не обладал никакими сверхъестественными качествами. То есть вы получается счастливый человек, то есть хотели играть, играли. Да. Тренерская профессия. Да. Тренируете. Ну да. Если счастье заключается в том, то, что чем ты занимаешься, тебе приносит удовольствие, то да. Я знаю, что вы сейчас в последнее время в Инстаграме достаточно плотно ведете страничку. Да. Это супруга ваша вам подсказала сделать или сами до этого дошли? Супруга. Ну, я его уже говорил, уже года два, наверное, открыл, да, но он был запущен. А вот с пандемии, когда началась, когда я домой приехал, супруга говорит, давай возобновим. И вот она и я, как бы мы вместе занялись этим делом, много что она придумывает, мы там или что-то пишем, или что-то, какие-то фотографии, ну, например, на футбольную тему понятно то, что это, ну, я, понятно, да. А на все остальные уже там супруга. Какие-то YouTube-каналы смотрите? Например, там Василия Уткина. Не, Василия Уткина не смотрю, я смотрю это, по крайней мере, когда в Уфе был, и когда вот эта вот перетрубация вся, летом особенно, я это включал. Бубнова не показывают. Раньше Бубнову смотрел, смеялся всегда. Ага. А сейчас вот Егорова я смотрю. Биги который? Да, 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 вот я всегда, он меня не любит. Не любит, и я всегда это, с удовольствием смотрю. И... Красаву? Не, ни разу не смотрел. Да? Ни разу не смотрел. Есть еще это интересный там, как Кузьмич, по-моему. Как... О, Кузьмича? Наверное, да. Я вот Спартакский не канал. Нет, не Спартакский, другой это. Он там всегда практически многих людей хает, но так. Вот, да. Миша Барзыкин. Да. Так, в хорошем он таком. Ну, Миша Барзыкин, да, уникальный человек, нашел себя на Ютубе, причем. Да, интересные такие вещи. У него еще тут фотографии тут висят разных людей, которых. Дурака недели он выбирает постоянно, дурака года. Да. В таком плане. Все знают, что в Спартаке давно проблема, это такая вещь, как вертикаль власти. В Уфе вертикаль власти как состоит? Вот если начиная от вас, как от когда вы были главным тренером? Газизов. То есть вы, Газизов? Ну, для меня все. То есть любую
потребность, к нему обращаетесь и забыли об этом. Да. Либо решен, говорит, ну вопрос, либо не решен, все. Да, так и есть. Но оно решалось очень быстро, потому что тренерский штаб на минус первом, руководитель на третьем этаже. То есть на стадионе все. Поэтому никуда ездить не надо было, и телефон особо не нужен. Все решалось на стадионе. То есть меньше клуб, меньше в этом плане проблем, да, по вертикали? На сборы на все ездил Газизов, на выезда все Газизов ездил. Бытует мнение, что у Газизова, в частности, не получилось в «Спартаке», потому что он привык к работе в Уфе, где можно было некоторые вещи обсуждать, созваниваться и так далее. В «Спартаке» нужно было все это делать абсолютно тихо, потому что сильное очень внимание с всех сторон, он этого не учел. Я не могу вам на эту тему ответить. Я, во-первых, не разговаривал на эту тему с Газизовым. Я не владею информацией, что у него получилось, что у него нет. Промес, такой игрок, как для «Спартака», нужен сейчас, как ваше мнение, вообще для российского чемпионата? На какую позицию? На позицию, где он играл, на позицию лидера, на позицию человека, который делает результат. На какую позицию, где он играл? Вингер, по флангу. Какой вингер? Ну, кем Промес играл? Но... Обострение в атаку и так далее. Ну, а есть позиция в «Спартаке» вингер? Это, кстати, это ругательское слово. Какое русское слово? Полузащитник. Ну, какой? Левый, правый, крайний полузащитник. А есть позиция сейчас такая в «Спартаке»? Ну, ее можно под игрока. В смысле под игрока? У вас был Мирзов, у вас был Бакаев. Ну, крайние игроки. Где они сейчас? Ну, то есть... Промес как такового не нужен. Это не ко мне вопрос. Нет, вопрос я, не ваше мне. Мнение вопрос просто вообще. Вопрос о тренерскому штабу. Ходят слухи опять-таки про Гамшика вот сейчас, что вернуть его, ну не вернуть, вернее, пригласить чемпионат России. Это игрок середины поля. Середины поля, но говорят, что последние полтора года в Китае он просто пешком ходит по полю. По-моему, за такие деньги это, и вы бы ходили пешком. То есть вопрос мотивации, как для того, как для другого. Ну если он пешком, там лучше. Ну, не знаю, сколько лучше. Я знаю. Потому что весной мы в Испании играли с этой командой, где Бенитес главный тренер, и где играет Рандон, Гамшик и еще, по-моему, какой-то игрок играл. Угу. Ну, мы играли с ними. Он пешком входил и был лучше в этой команде. Но получая те деньги, которые он-то получает, можно пешком он лучше. Потому что человек такой придет в ЦСКА, как сейчас, да, говорят? Ну, ему может сколько быть... лет? Гамшик за 30. Сам много за 30. 33 или 34, помню, да, сколько, не знаю даже. Куда он придет сейчас? В ЦСКА. А-а-а. Прогнозируют. Или как? Хорошо. Сватают. Ну, будет. Кто передачи будет отдавать. Какой ваш самый памятный матч за «Спартак» Москва, если в подробностях вот так вспоминать? Ну, самый памятный, наверное, с «Динамо» Москва, 96-й год, когда мы выиграли 3-1. Как раз та игра была переломной, потому что, по-моему, это была осень, по-моему, октябрь как раз. Или если бы мы бы не выиграли, то, наверное, «Динамо» бы боролась бы вот с этой группой за первое место, а так получилось, мы их обыграли, и там все очень красивые мячи забили. Вот мы первый тайм 0-0, а второй тайм Оленичев в девятку забил, Цимбаларь в девятку забил, ну и я рядом где-то с этой девяткой тоже забил, вот. И в конце там Черышев у них забил, вот мне эта игра очень запомнилась за «Спартак». С блеском проходит сейчас. И пушечный удар защитника Вадима Евсеева венчает это фирменное спартаковское блюдо. Гол красавец. Какие книги сейчас читаете? Вообще есть ли какая-то любимая книга?
Ну, я уже, наверное, со времен, когда в Перми был, там был книжный магазин рядом с это, и что-то нарвался на норвежского писателя Юбе, по-моему, так его фамилия называется, новый, и у него довольно-таки интересные есть книги, детективы, и фильмы снимают. Интересно, я даже не слышал. Надо будет поинтересоваться. По-моему, Йонесбит. Ну, такое это, норвежское. И, по-моему, девушка с татуировкой черного дракона. Вот. Ну, вот этот фильм, по-моему, снят. Такой. Вот последнюю книгу я и купил, но еще как бы не начал. Хорошо. Если вспоминать, берем совсем-совсем в, скажем так, в юность, в время дублеров, какие-то были у вас контакты или общались, может быть, с Николаем Петровичем Старостиным? Конечно. Что-то конечно. Можете вспомнить такое, прямо вот что произвело впечатление? Или какой там черта характера, может быть? Во-первых, Старостин всегда на дубль был, как на тренировках, так и потому что в Сокольниках тренировались. Зимой, летом в Тарасовке, а я получилось то, что попал на просмотр именно зимой, в январе 3 числа, и я 2 месяца тренировался, и практически мне потом Покровский сказал, что вот за тебя Старостин сказал, что его не трогать, его надо оставлять. И было приятно, да? Ну, это со временем, это лет через... Я уже в «Локомотиве» был, вот потом мне Покровский это сказал при определенных встречах. Для меня было это, да, приятно. И он очень, наверное, не часто, но, наверное, каждую игру был на дубле. И ну, на да. выезды ездил. Он же возил там молодежь, я знаю. Потому что вторая лига была, мы... Самый дальний, по-моему, это был Александров, Новомосковск. Вот эти вот расстояния, где-то порядка 100-150 километров. 2 часа на автобусе, да? Да, ну, на тот момент, да, 2 часа, там, где-то, может, 3 часа. То есть он какой-то определенный всегда ездил. Какой-то определенный момент, может, вспомните прям такой? Определенным моментом. Ну, там Егор Титов вспоминал, что он стихи читал в автобусе. Ну, я не застал это, что стихи читал, но я знаю то, что он интересовался, он всех футболистов знал, и он разбирался в футболе, это точно. Вы играли под руководством Романцева и такой человек, как Юрий Павлович Семин. В принципе, 2 корифея тренерского цеха России можно назвать. В чем, если коротко, различие и, скажем так, величина этих 2 тренеров? С кем было комфортнее, может быть? Ну, это я уже много это говорю. Ну, Олег Иванович, это, я считаю, то, что это глыба нашего футбола, и я молодой пацан, даже когда был в дубле, мы очень часто тренировались вместе с основной командой, и это было часто зимой, но чувствовалось то, что филонить тут никому не дадут, хотя понятно то, что большой объем, но на каждой тренировке ты должен был на 100% отдаваться, это я запомнил на всю жизнь, и требования. И вот, например, сегодня я прочитал то, что Гвардиола пишет, то, что я своим футболистам в новом сезоне говорил, не надо бежать быстрее мяча. Мяч должен быстро двигаться. А эти слова не Гвардиола, это слова Романцев. Мы все игроки, кто был в «Спартаке», всегда Романцев говорил, мяч быстрее двигается, чем ты бежишь. Хоть без мяча, хоть с мячом. Мяч должен быстрее двигаться. Ты можешь пешком ходить, но мяч должен двигать. Это в 1-2 касания. И чем мяч быстрее,
то соперник не успевает. Вот это я запомнил. Перейдя в Локомотив, ну, Локомотив это Семин, конечно, он другой. То есть тут больше для меня, наверное, как для футболиста после Спартака было больше времени свободно. Тут в этом плане, наверное, больше на мою индивидуальную подготовку времени было. То есть, если в Спартаке все было известно от и до, то есть за тебя все решили, то там был тренировочный процесс, а дальше ты волен делать, что ты себе можешь позволить. И с этим как бы было, ну, мне легко. А уже требования, Семин спрашивал так же, как и Романцев. Требования все те же. Футбольные, я имею в виду, вот, на поле. Вот поле, оно определяет схемы, футбольные там тактика, стратегия, она может разная, но ну, требования, результат, это во главе угла был. То есть Романцу был четко, вот квадрат, вот здесь играешь, то делаешь. У Семина было более свободно. Не в этом плане, не в этом. Я в плане того, то, что было большую час в «Спартаке» проводил на базе. В «Локомотиве» этого не было. Ты не проводил большую часть на базе. На поле именно задания были одинаковые примерно? Нет, конечно, разные на поле. Конечно, разные на поле. У Семина Романцева, да? Конечно. Разные стили, разные стилистики игры, разные требования, разные разъяснения. Все разное. Ну, больше впечатления кто-то можно выделить, что произвел Романцев или Семин? У меня еще Ярцев много чего сделал. Ну, то есть по чьим конспектам больше работать или отовсюду взяв лучше? Отовсюду взял лучше. Отовсюду взял лучше. И учимся до сих пор. Это понятно. Предела нет совершенства. Да. Согласны ли с утверждением, что тот самый послематчевый комментарий в Уэльсе – это ваш пока главный комментарий? Да это не комментарий, это просто было выражение такое, то что… Берегите себя! У меня были проблемы. Ну, это всем известно, да. Я их выплеснул. Наверное, на тот момент, не дай бог, чтобы любой человек на моем месте оказался на тот момент. Эмоции, я их держал при себе. Ну вот если вы говорили то, что, кажется, в финальной игре с Аланей я на 8-й минуте карточку получил. Но для тренера это проблема всегда, когда футболист получает. Но я с этим как-то играл. Вот так же я играл и те игры. Потому что я понимал, что у меня всегда команда на первом месте. Вот мы сделали ту задачу, которая у нас была, когда в нас никто не верил. Но потом эмоции. С Гиксом сейчас общаетесь как-то? Каким образом? Может, где-то пересекаетесь там? Нет. Ни смс, ни обменять, не поздравлять друг друга ни с чем? Нет. Последний матч за «Спартак» Уфа, вы, уходя в трибунку, показали неприличный жест трибунам. С чем это было связано? Кому? Именно центральной трибуне. Какой жест? Не было этого? Ну, какой жест? Я не знаю даже. Ну, я не знаю, какой неприличный. Ну, что-то было показано, нет? Я говорю, какой жест? Но у меня вопрос тогда, зачем весь второй тайм кричать, в частности, в адрес тренера, нехорошие слова. То есть это была ответная реакция на поливание грязи? Нет, ну я говорю, вот задайте вопрос, зачем весь второй тайм. Если первый тайм был хороший, Вадим Валентинович, браво, Вадим Валентинович, хорошо, Вадим Валентинович, вас ждем.
то второй тайм, когда у Спартака ничего не получается в атаке. Виноват Вадим Валентинович, естественно, у Спартака ничего не получается в атаке. Не, ну тренер же все слышит же. Он же слышит то, что весь второй тайм. Иди свой автобус, иди свою Уфу, иди свой игровой никому не антифутбол, еще там что-то. Это только хорошие слова я сказал. Из того, что можно говорить. Это такие совсем хорошие слова уже прям. Совсем лайт. Такой блиц из двух вопросов. И если это пошло, сейчас же камеры же есть, все можно посмотреть. Можно, естественно. Ну вот пускай. Правоохранительные органы могут посмотреть. Ну, так посмотрите, как говорит. Вот это же сказал. Вот. Все посмотрели в Сочи, ничего не увидели. Кстати, если хотел закончить, но заодно вопрос. По Сочи, я знаю, что вы высказали против Тедеско после этого матча, что почему он вел себя. Ну, не против? Я был на этой игре. Да, естественно. На трибуне, я все видел. Я все видел с трибуны, и я все вижу, когда находился рядом, когда играли Уфа и Спартак. Вот, нахожусь я тоже на этой тренерской скамейке, как находился Фоменко на тот момент. Потому что Федотов был. Ну, он дисквалифицирован был, да. Ну, я это все прекрасно понимаю и все знаю. Ну, то есть нельзя так вести себя, как ведет Тедеско? В смысле? А вы что, не понимаете, что ли? Как, что? Для вас это нету ничего? Ну для нормального, для... Эмери тоже себя так для, бегал? Для чего, бегал. Как и что? Что, куда бегал? Эмери тоже не сидел вообще ни секунды. На Гончаренко запрыгивал? На Гончаренко нет, и запрыгивал. Ну. Попробовал он на меня бы запрыгнуть. Интересно было, наверное, посмотреть. Ну. Спартак или Локомотив? Что значит Спартак? Ну, выбор ваш, Спартак или Локомотив? Нету выбора. Работа мечты. Хотели бы работать главным тренером Спартака, главным тренером Локомотива или, может быть, главным тренером кого-то еще? Хотел бы работать главным тренером. Какого клуба? Быть востребованным. Нет, ну вот есть какая-то работа мечты, например. Вот быть востребованным. С определенного клуба такого нет, я хотел бы попробовать. Что значит хотел бы попробовать? Если я и в интервью уже говорил, если будет интересен тренер Евсеев, то значит его пригласят в какой-то клуб. Ну, как говорится, все в детстве хотели кем-то стать. Вадим Валентинович Евсеев хотел. Я все встал уже, я уже в детстве. Была мечта играть в Спартаке, я сыграл в Спартаке. Я тренер, 7 лет. Нет, есть какая-то? Нет. То есть быть востребованным самое главное, да. Неважно где. Тренерская карьера, она даже, я считаю, то, что если тренер востребован, значит, он хороший тренер. Окей, спасибо большое. У нас есть небольшие подарочки. У нас футболка, подойдет, ага. Нет. Угу. Взяли большую, ага. Я думаю, подойдет, может, где-то да. Увидим вас в ней. Ну и не совсем обычный виноградный эль. Вот, я же говорил уже. Вы предугадали. Вы с кем-то ходили, гуляли. Да это я, правда, 2 года назад смотрел, по-моему. В парке в каком-то. Там был маленький с этим, пиво. С Карпом. Это Карпу я говорил. Да, с Карпом, да. Карп сразу выпил маленькие бутылочки, это большая виноградная. Я думаю, с супругой можете заценить, я думаю, понравится такое пивное шампанское, можно сказать. 18 градусов? Не-не-не, это плотность, там градусов где-то 8. 6,5. То есть это пиво на основе винограда, ну, скажем так, виноградное шампанское, можно так. Ой, пивное шампанское, можно так назвать его. Хорошо, спасибо. Если не трудно, пару слов, пожеланий зрителям и создателям канала. Хочу пожелать в этом новом году, чтобы... наконец эта пандемия ушла, и стадионы стали у нас заполняться полностью, а не на какую-то часть. И чтобы нас команды и футболисты радовали футболом, потому что в новом году у нас будет
и чемпионат Европы, и отборочный чемпионат мира. Ходите на футбол, болейте за свои команды и за сборную России. Замечательно. Спасибо большое. Вот время, что пришли. Вам спасибо. Всего удачи. Да.